числа в едином порыве во всех городах на площадь все выйдут. На президентских выборах вся страна порвет свой бюллетень. На следующее утро из куриного яйца непременно вылупится выдра. В миг исчезнет в головах разруха и испарится лень. Повысится средняя рождаемость, средняя вменяемость и обучаемость. И перестанут массово воровать, лгать и срать себе под ноги. Перестанут терпеть тех, кого терпеть невозможно в самые кратчайшие сроки. Все познают истинную ценность пенсионной системы и смысл ее реформы. Поймут сразу же, на что и кому мы платим налоги и заполняем бесконечные формы. У нас появится независимый суд, менты перестанут не только называться, но и быть ментами. Подъезды все вымоют, в лифтах все надписи сотрут. Возможно, даже в спальных районах дворы обрастут редкими цветами. Гости с Кавказа преобразятся в подобие скульптуры с фонтана «Дружба народов». Президент перестанет держать фигу в кармане, желая нам всем счастливого Нового года. Гости с Кавказа преобразятся в подобие скульптуры с фонтана «Дружба народов». Президент перестанет держать фигу в кармане, желая нам всем счастливого Нового года.